Традиционные субботники отменены из-за пандемии коронавируса. Однако мусор, скопившийся за осенне-зимний период, в местах частого отдыха жителей Верхней Волжи никуда не делся. Поэтому сейчас генеральные уборки проводятся силами коммунальных служб. Естественно, с соблюдением всех санитарных требований и мер безопасности. В эту пятницу на одном из таких мероприятий побывал наш корреспондент Наталья Чекет. Одно из любимых мест отдыха тверичан – это карьеры. Однако они не могут похвастаться чистотой береговой линии. Поэтому, вооружившись мешками, масками и перчатками, сотрудники ЦАХ отправились на уборку. Порядок здесь наводят 5 сотрудников коммунальной службы. Работы им хватит на целый день. С большой площади мусор собирается вручную. Рабочие разделили территорию на участки и проходят их по нескольку раз, чтобы собрать все оставленные после пикников пакеты, бутылки и банки. Их задача – привести рекреационную зону в идеальный порядок. Ведь горожане надеются, что пандемия в обозримом будущем все же закончится. И они еще успеют будущим летом позагорать и искупаться в любимом месте отдыха. К сожалению, оно находится не в очень красивом виде, да? Из-за того, что отдыхающие, которые сюда приезжают, тут оставляют за собой такие грязные следы. И обычно здесь проходят весной субботники, но в связи с самоизоляцией массовые мероприятия отменяются. И руководство Твери спецавтохозяйства приняло решение собственными силами убрать данную территорию. В этот же день сотрудники коммунальной службы не только наводили порядок на территории Константиновского карьера, но и ликвидировали несанкционированную свалку, расположенную неподалеку в Сосновой роще. Мусора там накопилось столько, что пришлось использовать грузовики и грейферный погрузчик. В результате вывезенный объем мусора составил около 30 кубометров. Как рассказала жительница из соседнего садового товарищества, зачастую дачники ближайших СНТ предпочитают выбрасывать мусор прямо в лес. Мы уже ходим 1000 лет сюда, и вот здесь эта свалка без конца, а вот сейчас она еще больше стала. Здесь все больше и больше. Мы вот сейчас с внуком приехали, ее здесь еще больше. Видимо, все везут сюда. Скорость образования несанкционированных свалок в Тверской области не снижается. Поэтому эффект от уборки завалов временный. А ведь они представляют серьезную опасность для экологии, не говоря уже об эстетике. Токсичные вещества проникают в почву, воду, атмосферу, пагубно действуя на окружающую среду. Для обеспечения чистоты территории в районе Тверского карьера будут установлены 2 больших контейнера для мусора. Но иногда это не помогает. Люди продолжают выбрасывать груды отходов, где придется. Установить нарушителей удается далеко не всегда. В итоге убирать мусор приходится администрации района. Так что, если вы окажетесь свидетелем подобного незаконного действия и сможете зафиксировать его на видео, передавайте информацию в Минприроды или природоохранную прокуратуру.